Более 500 студентов трудоустроит этим летом Кабардино-Балкарский госуниверситет. Студотряды из нашей республики примут участие в масштабном строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. Центр содействия занятости студентов распределяет отряды по профилям – лингвистические, педагогические, спасательные и строительные. Уже четвертый год молодые ребята из КБР участвуют в возведении микрорайона «Академический» в Екатеринбурге. Кстати, этот проект считается крупнейшим в Европе. На космодром студенты отправятся не позднее 15 июля. В стройотряд уже записались 100 человек. Кабардино-Балкария в этом году по этому проекту является координационным центром, который организует все остальные регионы для выезда на космодром «Восточный». Кроме того, наши педагогические отряды уже выехали и с 1 июня работают в очень серьезных детских оздоровительных центрах, как Олимпийский Дагомыс, как Северянка, как санаторий Ейск и так далее, с которым мы уже работаем не первый год. Центр содействия трудоустраивает студентов всех высших и средних специальных учебных заведений республики.